Общественная палата Московской области создала медицинский чат «Одинцово здоровье» в мессенджере Telegram. Его задача – оперативное реагирование на конкретные нарушения в оказании медпомощи жителям муниципалитета. Здесь можно задавать вопросы, связанные с работой медицинских учреждений в структуре Одинцовской областной больницы. Все нарушения разбираются в соответствии с территориальной программой ОМС Московской области, стандартами лечения, а также действующим законодательством. В медицинский чат добавлены руководители системы здравоохранения Одинцовского городского округа.